Каждая невеста всегда очень тщательно готовится к свадьбе, продумывает все до мелочей, чтобы мероприятие прошло незабываемо. Но иногда в наши планы вмешиваются неожиданные события, которые совсем не портят торжество, а делают его еще лучше. Это необычное происшествие случилось в церкви Кинкослаги в Ирландии 3 февраля 2017 года. Все присутствовавшие в этот день на церемонии бракосочетания Триши и Нила Свонов навсегда запомнят это мероприятие. И дело не только в прекрасном свадебном платье красавицы-невесты, роскошном убранстве великолепной церкви и значимости события. Торжество действительно было прекрасным, но вполне стандартным. Все довольно банально. Невеста в белом, элегантно одетые гости, священник в праздничной одежде. Но было на свадьбе то, что придало ей изюминку, заставило всех собравшихся одновременно умиляться и восторгаться произошедшим. Итак, церемония шла как положено. Жених и невеста обменялись клятвами верности под умиленные взгляды собравшихся. После этого свадьба должна была продолжиться пропеванием христианских гимнов. Священник затянул песню «Как ты велик, славящую Бога». Он пел просто прекрасно, но далеко не это стало самым запоминающимся событием мероприятия. Внезапно в задней части церкви со скамьи поднялся мужчина, который вызвал слезы на глазах у невесты. Он подхватил слова гимна, сделав это так красиво и прекрасно. Его голос звучал великолепно. Это не могло не растрогать невесту. Потом поднялся еще один мужчина, гармонично влившись в хор уже поющих гостей. Итак, один за одним красивую церковную песню подхватило несколько мужчин и женщин. Они звучали невероятно сильно. Получился грандиозный номер-сюрприз, настоящее выступление хора на свадьбе. Жених и невеста ничего не знали о том, что должно было произойти на их свадьбе. Когда неожиданно к священнику присоединился первый певец, невеста обернулась посмотреть, что происходит. У нее выступили слезы на глазах. Настолько прекрасно это было. Но когда песню подхватило множество голосов, песня звучала еще лучше. Она стала восприниматься великолепно. Эффект усиливался эхом, которое разнеслось по церкви. Такое воздействие оказывается на публику в том числе прекрасной акустикой, которая создает великолепное звучание. Неудивительно, что сюрприз произвел неизгладимое впечатление на публику, но самое главное – на жениха и невесту. Все певшие свадебную песню гости собрались у алтаря, чтобы поздравить виновников торжества. Это было очень красиво и празднично. Конечно, невеста не могла сдержать слез. Хотя наверняка старалась, ведь вряд ли ей хотелось испортить свой макияж. Но удержаться от слез умиления просто невозможно, ведь сюрприз был действительно прекрасным. Выступление отлично вписалось в свадебное мероприятие, стало его изюминкой, которая точно запомнится всем собравшимся в небольшой церквушке в Кинкослаге. Вряд ли невеста могла представить, что на ее свадьбе что-то пойдет не по плану. Но своеобразный флешмоб с пением был действительно великолепным. Выступление вызвало восторг и кучу мурашек. Даже просто наблюдать за хоровым пением с экрана очень приятно, что уж говорить о тех, кто находился в церкви. И совершенно очевидно, что невеста осталась в полном восторге. Иногда в нашей жизни происходит что-то незапланированное, но это вовсе не значит, что событие будет неприятным. Прекрасно, когда близкие готовят для нас сюрприз, который делает мир вокруг еще прекрасней. У меня все. Поделитесь этой историей с друзьями и близкими. До скорого!